Архитектура этого моста приводит меня в восторг. Теперь мне здесь полагаются скидки. Жаль, только деньги у меня закончились. Боже! Какая жуткая гадость! Лучше бы мне стакан молока дали. Ну вот, другое дело. Полноценный одноглазый труп. Парашютист десантник из 48-й танковой дивизии. А вы, друзья, как не садитесь, все равно мертвечины воняет. Это не музыка. Это даже не скрип. Кошки под балконом орут лучше, чем они играют. А нельзя ли хоть одним глазком посмотреть на эту совесть? Нельзя. Позвольте спросить, почему? А нельзя и все тут. Так значит. Ладно. Хочешь анекдот расскажу? Скукотища. Лучше давай сыграем в игру. Во что играть-то будем? Камень, ножницы, бумага. Тю! Детский сад. Соглашайся, не пожалей. На кону жизнь. Чья? Твоя. Фу. Проиграв. Видишь ли, я ничем не рискую, а твое присутствие здесь нежелательно. А давай сыграем. Правила знаешь? Что-то припоминаю. Камень тупит ножницы. Ножницы режут бумагу. В бумагу можно завернуть камень. Все очень просто. Сомневаюсь я что-то. Ну ладно, давай. Минут. Да запропастился этот бездельник. Ты это у меня спрашиваешь? Мне-то откуда знать? Ладно, это не важно. Я все равно выиграю. Этого не может быть! Еще как может! Вот это я понимаю! Тесачок! Ну, конечно же, надо брать! Тут и сомнений никаких быть не может! Оружие не меч, друзья мои. Самое лучшее оружие – голова. Предлагаю подумать. А чё бояться? Бояться нечего. Если ее не трогать, то и она меня не тронет. Что на этот раз подарит нам великий бог Шива? Ну, не совсем то, что мне нужно, но тоже неплохо. Теперь все бабочки в округе будут мои!